boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это Суперход Mind Control Delete. Это продолжение Суперхода оригинального 2016 года. Ну как, продолжение, типа аддон, типа переосмысление. И по сравнению с оригинальным Суперходом, мне она очень зашла. По первому летсплею вы прям должны были это видеть, вы должны были это почувствовать, осознать. То есть, насколько я драйв поймал просто от этой игрухи, насколько она крута, насколько она добротнее сделана во всем. Она во всем просто сделана лучше. Ладно, давайте посмотрим, куда нам дальше отправиться. Мы сенсорное узел 1С зачистили, узел 0 зачистили. Тут у нас сенсорная кэш граната хэк. Какие-то гранаты есть. Если тут есть гранаты, это будет вообще супер. Воу-воу-воу. Так, что у нас по мосту? Граната хэк. Бросаемые предметы... Бросаемые предметы взрываются при ударе. Тут даже... А, не взрывается пулями, типа. Так, хорошо. Это типа бонус. Давайте сенсорный узел 2. Так, спокойно. Блять, проебался. Бля, два сердечка осталось. Фак. А у меня гранат хак есть. Давайте хпшку. Хпшку, хпшку. В смысле рикошет? Так, мне здесь никто в спину не заходит. Он там собирается. Ах, ты бежишь не туда, куда надо. А катану мне давай. Катану давай. Мысли, блядь. А он не стреляет своего прям специально, прикинь. Что-то они какие-то умные стали, намного умнее. Опять рыбу. А кто меня ударил-то? Не понял. Как я хпшку-то просрал?
Я что-то не понял, как меня он ударил. А, он типа выстрелил, да, вблизи? Я не заметил просто. Корпорация. Опять. Ну как это? А переиграть можно? В смысле, мне весь узел заново надо переигрывать, если я подыхаю? Или чё? Чего-то я от этого не понял, типа, почему я должен переигрывать. Я ему руку отрубил! Ты чё за самурай тут? Ты видел? Он... Блядь, два патрона отразил. Или подожди, это прокачивается для узла, для каждого. То есть не на всю игру, а для конкретного узла ты выбираешь улучшение. Тихо. 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 Блять, я не увидел, честно не увидел. Не, короче, если повнимательнее быть, то можно пройти. Особняк. А, здесь типа, короче, каждый узел разные уровни представляет из себя, что ли? Или они генерируются в прямом времени? Чё-то я вот этот вот момент как-то просрал. Потому что смотри, я взял гранату, но граната у меня не взялась. То есть ее просто она стала доступной на промежуточной прокачке. И все. То есть я реально прокачиваюсь для каждого узла отдельно. Получается так. Фу, это было жестко. Пушка сразу, 5 хп пак. Блять, ну 5 хп пак лучше. Потому что я так не пройду сейчас этот уровень. Вообще никак. А, то есть они как бы узел генерируют. Это уровень-то уже был. Зато здесь классно. Прям думчик какой-то.
Ах ты, сука такая, поебало получи. И не кричи. На-на-на. Трек бы послушайте вот целиком. Хочу, блядь, из этой игры найти. Додди. Ну да, слушай, эти уровни. Или подожди, стой, я откинулся на предыдущий узел. Даже предыдущий узел. Это же предыдущий узел. Скажите, пожалуйста, что у того чувака в руках? Что это такое? Это что? Это лазер? Лазер, который прошибает ее насквозь. Серьезно? Они лазер завезли? Супер холд. А нет, все-таки узел этот прошелся. Он просто его в начало мне откидывает. Нет, ничего не кончилось. Нужно искать глубже места, вспышки, интерфейс. Проверить все. А, ну это типа как записочка. Давайте узел 1А. Слушай, интересно. Интересно стало. Стало в разы интересней. Ну да, мне опять стало 3 хп. Так, спокойно. В смысле оружие засчиталось? Вы мне так не шалите, не шалите, ребята, не шалите. 4 хпк, скорость, вы двигаетесь быстрее. Давайте скорость попробуем. Типа они будут медленнее, а я быстрее, да? То есть они еще медленнее стали. Вот так. Не я быстрее стал, а они стали еще медленнее. Да. Разнос. Ой, прям красиво в хэд прям прилетело. А вот это некрасиво. Так. Ну-ка. Вот это красиво. Ну, не так эпично, но красиво. Супер. Слушай, игруха намного лучше. Намного лучше. А, граната 4 хп пак. А, давай пока гранату возьмем.
Вот это было, конечно. Да перезарядись, что ли, блядь! Чуть не помер. Ага. Это прям реально как Грант, из него вот эти пули вырывается, и можно вообще и за угол заходить, и так далее. Прикольная штука. Вот это не очень прикольно. Спокойно. Поебалушку. Это было не... Я как тут мансил, мимо пуль, я вообще хз. Стреляй сразу. Сокращает промежуток между выстрелами. Неплохо. Давайте возьмем. Пока у меня все равно сердечки нет смысла брать, потому что у меня все три. Все три жизни. Я уж не думаю, что на одном уровне можно все три просрать. А вот в суперхоте в оригинальном, если так было, если бы пуля так близко летела, мне бы уже засчитали дэмэдж. То здесь тело, именно нахождение тела, более точно сформулировано. И если она там, пуля пролетает... под подмышкой, так сказать, то тебя не должен дэмэдж засчитываться. И это круто сделано. В том суперхоте такого не было. Ну чё, охуел, да? Давай, давай, давай. В смысле ты уклоняешься? Вот. Так, мне нужен одну пульку. Ага. Красиво. Супер хот. Так, а тут что у нас? Сенсорная кэш, взрыв. А взрыв, в смысле, это что? Теряя жизнь, вы осыпаете врагов градом сюрикен. А, это когда сердечко одно у меня отнимается, и я, короче, взрываюсь. Ебать, люто, короче. Ну, я так понял, знаешь, что? А, я, бля, я закрыт. И здесь я оружие, короче, получается дофига. Но типа я ничего не мог сделать, это специальная проверка была. Чтобы, ну, тест, так сказать. Тут можно будет брать, прикольная вещь. Так, что у нас? Сенсорный узел 1Б, давайте. Пока единички все проверим. Дискотека. Опять дискотека. Ну, то есть они, да, они генерируются, походу. Так, спокойно. Опа. Уровень пиздатый. Один из лучших, наверное. Я уже почти наизусть знаю. Или, возможно, уровни-то одни и те же, а вот сложность и какие враги будут появляться, с каким оружием и в каких местах, количество будет определяться уже от конкретных узлов.
Давайте стреляй сразу, мы еще ни разу не пробовали. Давайте это посмотрим. Казино. Сразу вспоминаю мем. Да, перезарядка побыстрее. Так, где-то кто-то еще. Ага. Блять, кончились. Вот это ты косой. Так-то по факту меня должен был забирать. По факту он должен был меня забирать, но... Че ты там прокосил? С дробовика прокосил. Конечно, не знаю, может они тут потупее сделали. Или пока на первых узлах они реально попроще. Так, тут же сзади никого нет. Вот это ты уклонист. Вот это ты уклонист. Кто тебе позволил? Охренеть, блядь. Берет и уклоняется, в смысле? Кто ему разрешал? Скорость давай. Скорость, блядь. Так, тихо. Раз, два, три. Пушечку бери. Развал. Угадаю? Нет, не угадал. Дай сюда, блядь, я достаю. Чуп. Тихо. В смысле я не попал? Супер. Вы мне так это... Якудза. Так, и чё мне? Как лучше поступить? Отдыхай. В смысле? Ты должен помереть. Супер. Охренеть. Я же выстрелил, ну, на упреждение. Он должен был уже выйти из портала. Я не думаю, что пуля могла быстрее пролететь. Ну тут пока не сложно, вот на единичке не сложные уровни. Пушка сразу, катана сразу. Давайте катану. С катаной повеселее, кстати. Катана и отражать может, и плюс она не рассыпается, и, ну, у нее расстояние. А чё ты бегаешь в это? Это типа вода, что ли? Так обозначено. Ну типа, да, я понял. Это действительно вода, видишь, рыбки плавают. Красиво, задоджили. Супер. Фух. Посыпались уровни, посыпались. Мы просто мастера с тобой уже. Блять.
Все-таки сердечко одно проебал. Привет! Башки нет. А куда? На тебе. Воткнул ему в грудак прямо. Не, ну серьезно. Лечение. 4 хп пак. Смысл? У меня 4 хп будет 3, но максимально 4. Лечение мне потом... Ну, давай 4 хп. Разницы нет вообще. Было бы так и так 3 сердечка. Тем более, все равно последний уровень. Так, парковка. Кстати, парковку что-то не помню я. Да хорош, что ли? Чё я не попадаю? О! Так, давай двоих. А, нельзя двоих, да? Так было прикольно. Можно даже, наверное, и троих с этого лазера... Но если они выстроятся вместе, то можно было, мне кажется, сделать прям... Там... И все. Так, ну чё? Давайте, наверное, последний вот этот читаем. Больше ничего? Что значит больше ничего? Карантин сломано. В смысле сломано? Это, наверное, какая-то у нас катсценка будет. Ебать, меня сейчас заглючит. Ёб твою мать. Что за психодел пошел? Атака кор. Прыгните на врага и ударите его в лицо. В смысле прыгните на врага? Че? А, ну нас сейчас научат. А, то есть если ты на него приземляешься, ты его типа дамажишь. А, типа Е, и ты автоматически на него прыгаешь. Ты типа перемещаешься к нему. Короче, как у Думгая способность была. Типа цепь. Слишком далеко. Короче, ты портируешься к врагу. Это круто. Это можно будет от пули уворачиваться. Типа обучашка. А не большая обучашка. Давайте быстро пробежим. Хотя хуй знает, сколько здесь. А, 5 из 6. А с ближним оружием сразу, короче, да, сносишь?
И типа, короче, когда ты перемещаешься, время не идет. Типа, время не идет. То есть ты перемещаешься, а пули не летят. Ну, то есть он не выстрелил. То есть я переместился, довольно большой промежуток расстояния, но чувак как стоял, так и стоял мертв, ну, замерший, пока я к нему не ударил. Блять, почему пушку нельзя отнять? Хорошо. Все, прошли обучашку. На этом у нас сегодня пока что все. Хорошо идет, хорошо идет. Оно, знаешь, не надоедает. У тебя каждый узел, он тебе интересен тем, что ты можешь разные способности для этого узла взять. Любовь, тепло, коснитесь, мило, хороший мальчик. Окей. Что ж, на этом давайте заканчивать. Ребята, всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, вступайте в Discord-сервер и другие мои личные интернет-ресурсы. Ну а с вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.